У меня тут дела творятся. С утра я уже и суп сварила, и вот булки делаю, вот это вот сосиски в тесте, вот это вот с адыгейским и с кинзой. Вот сейчас сестре буду пакетик подготовила и буду их туда, в общем, загружать. Бабушка отнесет. И супчик, кстати, тоже ей варила. Вот. Немножко приболела. У нее упадок сил, так скажем, серьезный. Вот, поэтому будем поддерживать, ой, да, как умеем, как можем. Молоко привезли козе сегодня с фермы уже. Уже бабушка сходила, отнесла им и молочку. Сейчас я вас отключу, потому что неудобно булочки складывать. Пока я тут для... Какую выбирай? Где положить вот это? Красавица. Прям на меня смотрит. Народ сбегается. На булочки. А чё? Вот я им положила и с адыгейским, с кинзой, сосиску в тесте. Это нам останется. Ну, это же булочки, там есть мука. Вот бабушка сейчас понесет супчик. И булочку. И булочку, и жару. И жару. Ну, что ты-то передо мной? Невозможно. Супчик. Это супец овощной. С корочкой. Несем больным. Все. Выздоравливающим. Все, пошла я. Давай. Молодец, молодец. Надо зубы все равно чистить. Просто сейчас вот холодно, к вечеру обещают, на минус пойдет температура. Кошкин. Уже даже, наверное, ну, возможно, это как его, снег. Это мама. Наши помидоры. Мама. Помидорочки растут. Вот такая серенькая картиночка у нас за окном. Да. Вот. Мы сегодня были записаны к стоматологу. Ну, мы есть не еще. Но мы не пойдем, у нас еще время-то там есть. Во-первых, потому что я еще в готовке. Во-вторых, надо сегодня убраться, потому что завтра вербное воскресенье. А в следующие выходные уже Пасха. Ура, ура! Поэтому... И скоро день рождения Макса. Да, надо ему подарки заказывать. Наша последняя партия. И завтра вербное воскресенье, поэтому надо, в принципе, сегодня еще убрать квартиру. Так что сейчас все закончу. Тут, в принципе, уже разобрала, помыла. И сейчас вот тут вот еще все уберу, сниму. И все, и надо уборочкой заниматься срочно. Очень эпически. Горбушка лежит хлеба. Масло. Там оладушки припрятаны. Со стеллажиком прибыли, а? Мася поел мой суп. Да? Видишь, как хорошо. Даже гущу ел, не только бульон. Прекрасно. Все, ты все запчасти, Леша, вытащил? Вытащил, да. Стеллажок. Вот в этот уголок. Чтоб никто не уволок. У меня есть вероятность, что скоро появится ученица по Таро. Ну, хорошо. И там даже не столько, сколько про день, но про заработок, сколько вот просто ученицы, кто хочет научиться. Что-то новое. Ну что, там Сонька выползла? Нет. Софийка, иди посмотри, что привезли. Иди шоколадку тут, это то фифи. Иди, зайчик. Ну вылези из-под кровати, пожалуйста. Ой, сейчас как раз сахар. Сегодня 5,5 был. Но не совсем натощак, но. Давай, иди скорее сюда, пока и посмотри. Я, по-моему, тебе не добавляла сахар. Ну правильно. Но это не точно.
Но это не точно. Ключевая фраза была «помой ему». Софи, иди сюда. А Макс нам помогает. А Софиешка наша хулиганит. Что-нибудь прикрутить. Лёх, не, вот такая ещё. Как ты чувствуешь себя, Максим-то? Чуть-чуть дух. Максюш, расскажи, как прививку вчера сделали. Как сказка. Никто не разговаривает. Нельзя это завтра работать. Я говорю, я в потоке. Вот пришло и пришло. Я в моменте. Пролетает некоторых. Что-то ты не заметил. Тем временем стеллаж собрали. Я тоже собирала, если ты молодец. Ну, чтобы его вытащить оттуда, надо быть... Просто разобрать. Не весь. Не весь. А можно, да, вот эти клёпки снимаешь, да? Нижнюю часть. Нижнюю часть только надо. Вот смотри, Макса. Когда его надо вытаскивать оттуда, вот это, вытаскиваешь клёпочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот отсюда разворачиваешь. Закручиваешь винтики. Это все снимаешь. Мама пришла с рынка и каких-то вкусняшек там нанесла. Я бегу. Бегу. Ну что ж тут, мама, туда пусть придет. Вкусняшечки. Куда? Зачем я пришла, Настенька, не валяй. Клубничка. С магазина пришла. Клубничка, манго сушеные, так, изюм, цукаты на эти, куличи, курага, орешек, зелень, приправа. А вот еще капуста. Бабушка, вот капуста, вот она, вот морская. Нет. А вот еще. Это сало. Это чеснок. Два куска. Капустка. И сало два куска. Сало. Одно грудинка, одна жальце. Да, да. Грудинчика. Это вот для плова. Для... Я поняла, да. Сало. Это вот укропчик. Укропчик. Букеты вот цветовые. А что это? Укроп. Петрушенцию не купила. Не знаю. На. Давайте я еще сфоткаю с букетиком. Не, ну вы его оголи. Букетик рос! Я и жду, думал, это щекнет. Я сфоткала, но камера была немножко замыта. Я почистила. Ясно. Бармалей. С салом, с бруском сала. О, давай, а ты с салом. А ты с салом. И поближе к бабушке. Друг друга. Молодцы.